я из Пскова. Вряд ли видела ты такого, скабари потешный люд. Говорят, металл куют. Я из Пскова, я из Пскова. Приветствую, друзья! Ну что, можно сказать, что весенний коп подошел к концу. Вот, потому что уже весна уходит, скоро наступит лето. Так что вот, и начинается сезон пахоты. Сейчас вот буду на этих выходных пахать и сеять свои поля. Потом поедем халтурить другим охотникам. Так что сейчас, конечно, будут на хуторах, точнее не на хуторах, а на полях хутора. Вот. Будем их распахивать и потом искать. Даже в последующем, там, в следующих видео будет целая деревня, где мы будем пахать целую деревню. Вот. И, конечно, потом пробежимся с металлоискателями там. Там постоянно находки есть, и деревня достаточно большая была и богатая. Так что, друзья, приятного просмотра. Как всегда, эти вот топливные трубки сраные, по-другому не сказать. Тут вот дырдочка, вот, и теперь надо менять эту трубку. И заколебут всю пахоту эти трубки, будет сифонить где-нибудь со временем, так что буду сейчас менять. Ну все, заменил я трубки, точнее трубку, нигде не сифонит теперь. Так что будем дальше работать. Руки все в соляре, как всегда. Но ничего, рабочий момент. Ну все, здесь я запахал это поле, сейчас поеду на другое.
нашел очередное поле. И вылезает находочка. Лемешок. Лемешок. В таком же состоянии, как и у меня он уже. Тут новенький у меня. Ну как новенький? Более-менее хорошем состоянии. 50. Я пока еще их не ставлю. Так что вот. Вот там вот хутор Альвинин, так называемый. Видео у меня есть, как я там копаю. Не знаю. Может, туда заеду. Там находки были в одной стороне. Может, там запахаю. И вот, вот за этим леском тоже хутор с полем полноценный. Тоже его пахать сегодня буду. Может, там еще что выкопаем. Ну вот, то поле с хуторком. Вот, я тут тоже копал, есть видео. Вот. Там граната лимонка у меня найдена, снаряды, взрыватели. Есть видос на канале. Вот у меня. И вот я не знаю, что тут дом был или не дом. Или второстепенная какая-то построечка здесь была. Короче, пытаюсь аккуратно тут плугом это расшурфить. Кирпич, кирпич красный, красненький кирпич без клейма. Не знаю, дом не дом, или второстепенно все-таки. Там вот кусты, тоже непонятно, что у них там. Тут какая-то железячка выскочила. Тут кирпичина. Может, и печка здесь была, все-таки дом. Сейчас посмотрим. Еще тут запахаю. Или запашу. Вот. Ну, сюда надо будет потом с прибором приехать. Все проверить. Быстренько сейчас по полю пробежался. Визуально так посмотреть. Что выпахнул. И вот подкова, дверная петля и чугунной сковородки часть. Так что теперь надо сюда с прибором приехать. Посмотрим, что с прибором удастся найти. Да, не везет мне сегодня с пахотой. Точнее, с этим полем. Вот. Сначала уголок отскочил, сломался. И теперь цилиндр. Сварку. А, блин. Сейчас буду винт ставить. Допахивать осталось-то совсем чуть-чуть. Да, последнее поле. И вот такие проблемы. А время уже 9:30. Наконец-то я домочил это поле. Доставила она мне больших неудобств. Уголок мне сломала, цилиндр сломала, так что теперь поеду домой отдыхать. Ну и потом сниму, обязательно приеду на тот хутор, где распахал я его сегодня. Вот. И надеюсь, будут находочки, так что буду снимать.